Перед нами олимпийский чемпион, чемпион мира в абсолютной весовой категории, неоднократный чемпион Европы и Советского Союза Александр Карелин. Советский Союз. Скажи, какого года чемпион олимпийский? Олимпийский чемпион в Сеуле. Самый молодой олимпийский чемпион тяжеловес. В Сеуле ему было 20 лет. Сейчас Александру 22 года. Вчера позвонили, сказали, что на обложке журнала «Все болею» выгляжу на 43. Фантастический человек. Человек-супермен. 21 век. 21 век. Спортсмен 21 века. В 21 веке, наверное. Песочек сыпаться. Огромная белая надежда. Перед вами огромная белая надежда. Небольшая, огромная, да, уже? Большая белая надежда. Миш, Лёва, Шульман, где тебе понравилось там. Снял, я даже не боролся. В Америке. Сейчас. Давай, представлю я тебе. Давай, пускай Санька представит. Сань, представляй его. Там. Перед вами лучший из лучших советских борцов. Один из самых титулованных борцов современности, который стоит в команде, как столб, на который вешают медали. Михаил Мамиашвили. Москва. Советский Союз. Какие у него титулы? Трехкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр. В Сеуле. Многократный чемпион Европы, многократный чемпион национальных первенств. Дважды признан лучшим борцом мира в 85-88 года. В финале на Олимпийских играх одержал фантастическую победу, которую от него не ожидали даже лучшие специалисты классической борьбы. Его фотография в финальной схватке обошла все ежегодники 88 года. А я с ним запросто. Заканчиваем ли? Мы можем сами раздражать начинаешь. Я? Поближе, вот так, Саня, разворачивайся сюда. Подожди, вы не паритесь. А? А не паритесь, вы подходите вот так. Сколько? Хрен не поднимет меня. Да, поднимет меня. Отсюда, вот так подписывай. Да, спинку со шкафом. Миш, ты прокомментируй это заодно, чтобы звук. Я же крутиться-то не умеющий. Давай. Давай, Сань, помочь его, помочь. А ты сопротивляйся давай. Двигайся, слон, имитируй. Имитируешь сопротивление. Гляк, гляк, пах. Лучше давай. Вот так, разверни, разверни камень. И бросочек пошел! Два брата. Куда угодно, я сниму. Еще раз его. Давай. Сань, он не сможет это встать, да? Давай. Не снимай, поговорим. Убери руки с ним. Я думаю, хватит.
Давайте, давайте, нечего сочковать. Миш. Давай, давай, Мишка, давай, Мишка. Да. Перед телекамерой два олимпийских чемпиона. Давай, давай, Мишка, давай, Мишка. Давай. Давай, Минька. Давай. Я тебя спорай. Падай, Саня. Ты станешь мне на мост. На мост. На мост. Нет, вот так попасть. Молодчик. Просто красавец. Просто хорош. Просто хорош. Миша висит, не поднимайся с моста. Сейчас еще подниму. Все, отложи меня. Ни в коем случае, Мишка. Выверни на бок. Покажи ему в одну сторону, молодчик. А ты будешь в сторону заделать. А ты его за голову. Ноги вверх, подними попробуй, Мишань. Во, вниз опусти тулу, Саша, ты ему помоги. Вот так. Лед, я что, со штангой, Саша, гири взять или, да? Нет, ты не думаешь, что ты сбежал. Сейчас мы тебя еще пару раз сбросим. Напрямую. Да. Я об голову обогнулся, вот встань. Устал? Миша, стой! Молодчик. Молодец. Перед нами олимпийский чемпион, чемпион мира в абсолютной весовой категории.